Идет экзамен у патологоанатома. Суть такова: в мешок ложат части человеческого тела, студент, не глядя, на ощупь должен угадать. Зашел студент, засунул руку и отвечает: кисть руки. Вытаскивает, показывает: зачет. Второй заходит, сует руку, говорит: стопа. Экзаменаторы просят достать и показать. Что студент и делает? Зачет. Заходит накрашенная девка, сует руку, щупает и говорит: колбаса. Ей экзаменаторы: пощупай, милая, еще раз. Она щупает и опять: колбаса. Да уж, а теперь достань и покажи. Она достает, в руке и правда колбаса. Экзаменаторы шепотом: Кузьмич, мы чем бляха вчера закусывали?